считается, что объект, в отношении которого заявление поступило, он обладает историко-культурной ценностью. Mm-hmm. В связи с этим вести на данном объекте никакие строительные, земляные работы нельзя. В течение времени, пока будет определено, либо этот объект станет выявленным объектом культурного наследия, либо он не станет выявленным объектом культурного наследия. Я всегда попался.